О ситуации с COVID-19. Рост заболевших вновь отмечен в регионе. 2663 случая зафиксировано в Подмосковье за предыдущие сутки. В Мытищинскую ГКБ поступило 53 пациента, выписалось 73. На сегодняшний день лечение в стационаре проходит около 400 человек. В регионе действуют ограничения при посещении кафе и ресторанов. Приходить сюда могут только посетители с QR-кодом. Пока это правило не распространяется на заведения общепита в гостиницах. Их постояльцы могут посещать без QR-кодов. При этом такие рестораны должны закрыть доступ для тех посетителей, которые не проживают в гостинице. Аналогичное правило распространяется на заведения общепита в образовательных организациях. QR-код для посещения кафе и столовых не понадобится для учащихся и сотрудников при условии закрытия доступа сюда для всех остальных. Сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете на портале госуслуг после того, как человек получил второй компонент вакцины от COVID-19. Он также выдается тем, кто переболел коронавирусом менее полугода назад. QR-код действителен в течение 6 месяцев с момента выздоровления.